Так, что мы гоняем? Давайте. Давайте нам ПВТшное что-нибудь. Окно. Чем мы будем развлекать этого супер терана? Пока что это похоже на... этих. На риперов. Очень похоже на риперов. Ну, спасибо. Надо отбить от риперов сначала. А этот что сюда приехал? Ага, вот что он сюда приехал. Все понятно. Пока отбиваемся. Не знаю, надо ему как-то жестко. Proxima the ship с реколом армии на мейн. Уже, кстати, был, но сейчас это. Я с ним хочу жестко. То есть мне... Я не люблю, когда ребята вот... чизят, да, подло чизят. Как вот этот парень. То есть он просто взял и подло зачизил. Значит, мы ему также подло сейчас и ответим. Здесь мой будет пост мести. Суровая месть чизеру, короче.
А сам-то, ну так, да. Так, надо бы сейчас разведать. Учитывая, сколько мы поубили, мы убили, я думаю, так вот мне еще чуть-чуть надо, да, буквально. Просто я думаю, сколько у меня примерно юнитов сейчас может пригодиться. Понять просто будет, но там пушить не будет. И сразу же начинаем месть. Все, поехали, скаутим. Все. Он подписал себе приговор своим грязным чизом. Это армада мести будет называться. На всякий случай сюда тыкнем что-нибудь. Сюда, потом сюда, 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 сюда. Сюда. Ну, в принципе, можем выходить в апгрейде. Кого не показывают? Ваню? Ну, Алекс показывает, наверное, он же там вполне продвигает отечественный СК-2. Шоу-тайма? Шоу-тайм, в принципе, он... У него нету своего стиля. Он просто очень хорошо играет. Ну, играет он, условно говоря, ну, как Стац, да, то есть... Просто, ну, Стац играет так в Корее, условно, а, ну, Шоу-тайм только в Европе пока. Поэтому, ну, как бы, да... Бывает, шоу-тайм что-то делает про него, можно... У меня что-то есть от шоу-тайма. Сейчас будет отряд мести просто уничтожать. Еее, все, все бусты потрачены. Да уже и в робо выходить. Что он собрался нас харасить инвиз баншами, наверное. Чуть-чуть не повезло. Не успеет.
Вы знали, что Оракл с полной энергией может убить почти любое здание в этой игре? Здорово, Фир. Здорово, Фир. Так. И сейчас вы это, в принципе, увидите. Отряд просто мести. Сначала избавимся от Таргита. Смотрите, как все испепеляется. Марики! Джост нам не помеха. Ой, да, это было угарно. Это просто гэмбэн. Ой.